скоростное маневрирование многотонным грузовиком, а также погрузка и разгрузка мусорных контейнеров на время в Гродненской области выбрали лучшего водителя жилищно-коммунального хозяйства региона. За победу сражались 34 профессиональных водителя. Первым испытанием стала проверка знаний и правил дорожного движения. Каждый из участников должен был пройти медкомиссию, без которой просто не выпустят в рейс. А еще инструктаж по технике безопасности была проверена укомплектованность автомобилей. Очень интересно, то есть поучаствовать, попробовать свои способности, попробовать ту же вот боковую парковку, заднюю эстакаду, погрузку контейнера на время, то есть стало очень даже интересно. Это профилактика дорожно-транспортных происшествий, когда водитель уверенно знает правила дорожного движения, уверенно ведет автомобиль, тем более автомобили ЖКХ проходят в тесненных условиях во всех микрорайонах, во дворовых территориях наших городов, в районах. То, конечно, уровень их мастерства должен быть высоким. Такие соревнования в Гродненской области проходят традиционно. Их главная цель не только повышение квалификации водителей ЖКХ, но и популяризация данной профессии среди молодежи.